И по многочисленным просьбам мы расскажем вам о породе селихэм-терьер. Начнем с истории. Поехали! Порода получила свое название от поместья Селихэм, которое находилось в графстве Уэльси и принадлежало капитану Джону Эдвардсу. Эдвардс вывел прекрасных охотников на мелкую дичь, особенно на барсука. В некоторых странах селихэмы продолжают охотиться на крысы по сей день. Первый клуб породы селихэм был основан в 1908 году. Порода была официально признана в 1910 году. В Россию порода была завезена в 1991 году. Владельцы селихэм-терьеров всегда очень интересные и неординарные личности. Среди них такие звезды, как режиссер Альфред Хичкок, а также принцесса Маргарет. А в следующем видео мы обязательно расскажем о особенностях породы селихэм-терьер. Подписывайтесь!